Можно ли считать это соглашение вот таким успешным, блестящим и открывающим новые перспективы, если одна из сторон в этом соглашении, например, армянский народ или там многие в Армении, явно им недовольны, и Армения просто бурлит, мягко говоря? Армянский народ находится под властью внешних диаспоральных сил. Сама Армения – это бедная, разоренная, полностью зависящая от разного рода международных спекулянтов и лоббистов страна, в которой есть атомные электростанции, которые некогда как бы продавать эту электроэнергию, которую она вырабатывает, кроме как тайком ее в Иран, возможно, переправлять. Поэтому, собственно говоря, на мой взгляд, именно в результате этого соглашения у армянского народа есть шанс обрести свой суверенитет. Чтобы в Армении было не правительство, которое полностью контролируется там Вашингтоном или Парижем, не правительство, которое полностью контролируется Москвой, а возможность, не могу сказать, что это так и будет, но это возможность, что армянский народ, в интересах которого, на мой взгляд, открытая граница с Турцией, мирный договор с Азербайджаном, наконец-то избавиться от этих химер великой империи Тиграна II, которые там, не знаю, описаны какие-то земли, описаны Геродотом и Плинием, то, о чем там Пашинян, как говорится, трещал на Мюнхенской конференции, сидя рядом с Алиевым, какой-то Пашинян безумный трещал, бред просто. Пашинян трещал, это красивое трещал про выражение. Геродота. Угу. Ну, про Геродота и про Плиния в современном мире. Это нормально говорить, Оль? В серьезном, на серьезном международном форуме, что, я сказать, что эти земли еще описаны Геродотом и Плинием. Мне кажется, что советские границы, проведенные внутри Советского Союза, не имеют, мол, никакого значения. Ну вот Армения восстанавливается, как бы к нормальным границам возвращается, а армянская ССР, которая является на самом деле армянским государством, единственным на земле, и за контроль над которым вели борьбу разные армянские диаспоральные группировки. Все, я поняла вас, да. То есть... На Калифорнию, на Францию, на Москву, угу. А я хочу, чтобы она принадлежала тем, кто там живет в Армении, наконец-то, понимаете? Ну, может быть, а не они тем, сами... кто там живет в Монако, в Ницце, в Лондоне или в Москве. Все, понятно, давайте мы сейчас... Поэтому это возможность нормальная. Я думаю, что армяне сами решат, кому должна принадлежать их страна. Ну, они не могли решить сами, к сожалению, они сами решить это не Пашиняна могли. Пашиняна они сами выбрали? Им предлагали, ну, это, знаете, при такой серьезной поддержке американского посольства это все происходило, что сами, может, не сами. Ну, я это... не знаю, я там была как раз в это время, когда сейчас вот Пашиняна, они сами, сейчас Пашиняна, да. Они сами свергают? Думаю, или, что... или это российская агентура свергает Пашиняна? Не знаю. Сейчас мы, сейчас не я знаете? Вас спрошу об этом. Геродот. Да. Плиний Геродот говорил в Мюнхене. Ну, надо отдать им должное обеим сторонам. Они, в общем, ссылаются примерно все на источники подобного. Одной и той же свежести. Более. Никогда Алиев не ссылался на Плиния Геродота. Он просто не знает, ГИМО, что это. Он такое. На дипломатические источники ссылался. Все. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить актуальную информацию.